В день памяти святителя Спиридона Тремифунского отметил день своей архиерейской хиротонии епископ Канашский и Янтиковский Стефан. В этот день архипастырь возглавил торжественное богослужение совместно с епископом Ордатовским и Атяшевским Вениамином. Созидается церковная жизнь во вновь образованных епархиях Чувашской митрополии. В Канашской епархии, созданной 4 октября этого года, совершили память святителя Спиридона Тремифунского. День его памяти является и днем архиерейской хиротонии правящего епископа Канашского и Янтиковского Стефана. Накануне праздника по приглашению на всеночное бдение прибыл епископ Ордатовский и Атяшевский Вениамин. За вечерней беседой владыки совещались по духовным и административным вопросам своих епархий, делились планами на будущее. 5 декабря два архипастыря совершили божественную литургию в сослужении множества духовенства Канашской епархии. По завершении литургии благодарственного молебна прозвучали слова поздравления в адрес владыки Стефана. Епископ Вениамин преподнес в дар панагию. Это день, когда Господь вас, владыка, избрал через благодать Духа Святаго, дал вам возможность войти состояние апостольское. Я хочу вам лично от своей паствы, лично от себя, от митрополита Варсонофия поблагодарить вас за ваше служение, за вашу скромность, красоту перед Богом, за ваш труд. И пусть Господь оценит ваш труд. Вам еще много трудиться. Но как Господь говорит, всякий, кто в сердце имеет любовь, только через любовь каждый может спастись. Владыка Стефан поблагодарил духовенство и мирян за поздравления и попросил их молитв, ведь молитва о спасении души – это лучший подарок. Один в поле не воин, дорогие отцы, братья и сестры, особенно батюшки. Вы мои ближайшие помощники, мои сподвижники, должны вместе мы трудиться. А если что-то я не так делаю, лучше не осуждайте меня, помолитесь. Потому что я тоже человек и плотносящий, также способен где-то ошибаться, тем более на первоначальном архипастырском пути. Помогите мне, поддержите, и это будет самая большая помощь.